Всем привет! Сегодня у нас в обзоре вилочный погрузчик Toyota. Погрузчик 6 серии, 6FGL18 с грузоподъемностью 1,750 тонны. Мачта с максимальной высотой подъема до 3 метров. Шины пневматические. Состояние шин очень хорошее. Немного грязноваты. Погрузчик у нас с механической коробкой передач. Рычаг коробки передач первая, вторая. И рычаг реверса, направление движения вперед-назад. Два рычага управления гидравликой, наклон мачты и подъем вил. Вот, наработка. Всего лишь 210 моточасов. Очень мало. Погрузчик в хорошем состоянии. Под капотом у нас Toyota 5K, самый распространенный мотор, бензиновый карбюраторный двигатель, 70-сильный. В моторном отсеке все сухо, чистенько, без каких-либо подтеканий. По технической части погрузчик обслужен. Обслуживание у нас проходит замена технических жидкостей, фильтров, то есть все, что необходимо, мы меняем. Погрузчик абсолютно исправный. Сейчас запустим двигатель. Послушаем, как работает мотор. Проверим гидравлику. Немного покатаемся. Вот, собственно, погрузчик работает отлично, все узлы и агрегаты исправно работают, гидравлика работает плавно, двигатель ровно, без перебоев. Погрузчик проверен, обслужен и готов к дальнейшей эксплуатации.